Здравствуйте, наши друзья! Сегодня я вам расскажу, как я сажаю петунью. Все на даче, на моей любимой, меня спрашивают: Наташа, какие у тебя красивые цветы, петуньи, и когда же ты их успеваешь сажать? Ну вот, я сейчас хочу вам рассказать. Сейчас у нас январь, конец января. Сегодня 30 число, и я сажаю петунии. Вот, я взяла две вот таких емкости, набила их земелькой. Земля у меня вот такая, вот посмотрите, это вот садовая земля, купленная в магазине в садовом. Вот, я ее набила. Надо сказать, что внизу у нас обязательно дырочки проколоты, чтобы сливалась обязательно водичка оттуда, не застаивалась, семечки не гнили у нас. Вот, смочила эту земельку обязательно, ее нужно смочить, чтобы она была у нас влажная. Перегородила вот такими картоночками, потому что у нас здесь будут одни петуньи, здесь другие. Вот так вот. Ну, из цели экономии, чтобы на окне много места не занимало. Вот. Потом я взяла вот, такие вот цветы. Это мои самые любимые цветочки. Петуньи, синяя птица. Они очень хорошие. Они вот в таких вот, в пластмассовых там семечки, в штучках вот таких вот. Я их беру, открываю, высыпаю на ладонь. Вот я уже все это дело сделала. И вот так вот по одному зернышку раскладывала. Вот видите, как вот так вот, я разложила все это. Семечки, еще раз повторяю, петуньи сажаются на землю сверху. Ни в коем разе закапывать петуньи нельзя покрывать. Это уже все, считайте, что у вас ничего не получится. Вот, сюда я посадила другие петуньи. Вот, сейчас скажу, как они мне здесь называются. Крупноцветковые, вот такие вот, посадила цветочки, очень хорошие, мне они тоже очень нравятся. Вот посмотрите, вот одна зернышко, второе, вот так вот мы. Опять, видите, они у меня все сверху, вот я их всех положила, разложила. Здесь тоже вот другие цветочки, это у меня вот такие вот цветочки, вот посмотрите, я посадила здесь, тоже вот так разложила я их все аккуратненько. Вот сейчас мы здесь посадим с вами бегонию. Она тоже у нас сажается, я смотрю, вот, февраль месяц. Ну, ничего, у нас сейчас конец января. Вот сейчас я вам покажу, как сажать нужно. Вот она вот так берется, вот такие вот у нас это. Вот они вот такие вот миленькие, и вот так вот, мы кладем по одному зернышку, кладем, так, вот. Бегонию сейчас мы там прочитаем, я потом посмотрю, если ее нужно немножечко присыпать чуть-чуть, мы ее немножечко чуть-чуть присыпем. Но петуньи у нас не присыпаются, они остаются у нас вверх земли. Вот, бумажечку вот написала, вот так вот, я вот сейчас ее сюда вложу, что это у нас бегония здесь с этой стороны. Так, потом мы берем с вами вот такой флакончик увлажнение, и пульверизатор. И хорошо, вот так вот мы с вами все это дело смачиваем, чтобы семечка у нас напиталась с вами влагой. Вот, вот так,
Мы хорошо все это дело с вами смачиваем. Вот, смочили. И теперь нам нужно, мы берем вот такую пищевую с вами пленку. Вот все знаете, наверное, вот обыкновенная пищевая пленочка. Вот я уже отрезала вот здесь вот пленочку. И хорошо вот так вот накрываю ей. Вот так укутываю, накрываю все это дело. И поставим с вами на солнечное место. А где у нас с вами солнечное место? Это на подоконнике, возле окна. Но хочу сказать, завтра, послезавтра, вообще в ближайшее время мы с вами это дело открываем каждый день, ежедневно. И из пульверизатора вот так вот мы с вами все это дело, вот семечки поливаем. Вот так вот сбрызгиваем. Вот так. Потом опять закрываем. И это мы делаем каждый день. А потом, когда у нас проклюнутся немножко семена, я вам покажу, что я делаю дальше, что нужно с ними делать. Все, дорогие друзья, на этом закончено наше видео. Теперь мы с вами, когда семена проклюнутся, снимем. Я вам покажу, что нужно делать дальше. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.